текущем году в Димитровграде ремонту подлежат 9 автомобильных дорог и один тротуар к городскому кладбищу. Направлено 100 миллионов рублей. В том числе областные субсидии составляют 50 миллионов рублей. Это лимиты 2015 года. Остальная сумма – это лимиты городского бюджета. Они поделены на 2015 и 2016 год. То есть с оплаты, получается, работают в этом году, а оплатим мы на следующий год. На сегодняшний день из 9 запланированных дорог выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на 2 участках. Это улица Энгельса и Чапаева. Но сразу хочу объяснить горожанам, что работы там еще не завершены, потому что там еще предстоит укрепление обочин. Сейчас уже идут звонки, что не сняли обочины. Там сделано будет корыто, будет выполнено укрепление обочин с крошкой, щебнем. То есть визуально дорога расширится еще на 2 метра. Сейчас ведутся работы по укладке нижнего выравнивающего слоя на дороге по улице Победы. Вслед за ним дорожники положат верхний плотный слой толщиной 5 сантиметров. У горожан возникает много вопросов по поводу ремонта заездов к придомовым территориям. Объясняем. Все придомовые территории, вот эти вот заезды, вернее, будут отремонтированы. То есть на протяженности вот этой вот дороги, улицы Победы, 700 метров, все съезды к домам будут отремонтированы. Также параллельно ведутся работы по фрезерованию автомобильных дорог на улице Курчатова и проспекте Димитрова. Работа ведет подрядная организация из Ульяновска, которая в прошлом году отремонтировала в Димитровграде 14 автомобильных дорог. Татьяна Елисеева, Тарас Куренко. Наше время.